Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с Краснодаром, а также прокомментировал слухи о том, что может возглавить сборную Италии по окончании сезона. Специалист также пошутил по поводу проблем команды в атаке, заявив, что думал со своим помощником Игорем Семутенковым о выходе на поле в сегодняшнем матче. «Честно говоря, не читала газета «Дело Спорт», поэтому затрудняюсь как-то комментировать информацию о том, что я главный претендент на пост наставника сборной Италии. Мне кажется, в данный момент лучше думать о предстоящем матче. Как решаем проблемы в атаке, мы сначала с Семутенковым думали сегодня сыграть, но потом решили, что немного старые для этого. Если бы я вышел, то, наверное, один гол или пас смог бы сделать». Если оставить шутки в сторону, то я надеюсь, что Заболотного сегодня прорвет. Он очень хорошо тренируется, выкладывается на каждом занятии. Сегодня Антон вполне в состоянии забить первый гол в официальных матчах за «Зенит». Также большие надежды возлагаю на Регони и Дриуси, которые тоже хорошо занимались и заслуживают того, чтобы сегодня забить один или даже несколько голов, сказал Манчини в эфире телеканала «Наш футбол». «Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы.